Здравствуйте, это кулинарный канал Татьяна о еде и не только. Сегодня у меня еще один клубничный рецепт, это клубничный крамбл. Одно из его достоинств – это большое количество начинки и совсем немного хрустящего запеченного теста. Очень простая технология приготовления, и все это занимает не более 15 минут, не считая выпечки. Итак, мне понадобится клубника, кукурузный крахмал и сахар – это для начинки. А для теста – мука, хлопья геркулеса, перемеленный арахис, сахар, совсем чуть-чуть корицы и соли, а также немножко сливочного масла. Итак, в одной емкости я смешиваю ингредиенты для теста. Муку, корицу, соль, арахис, сахар и хлопья геркулеса. Все это перемешиваю. Теперь мне сюда надо добавить сливочное масло. Я пересыплю эту смесь в блендер, добавлю кусочки холодного сливочного масла и перебью все это в блендере. Пять минут и тесто готово. У меня получается вот такая крошка с тонким ароматом корицы. Пока тесто я отставила в холодильник, я буду делать начинку. От общего количества клубники я отделяю примерно 120 грамм, добавляю сахар и перебиваю все это погружным блендером. Клубничное пюре с сахаром, добавляю кукурузный крахмал и все это еще раз хорошенечко перебиваю погружным блендером, для того, чтобы не образовалось комочков. Мне нужна густая однородная масса клубники, крахмала и сахара. Вот именно та масса, которая мне нужна. Форма. Я возьму стеклянную форму размером 20 на 24 сантиметра. На дно формы я выкладываю 1/3 часть теста и слегка придавливаю. Сверху выкладываю клубнику. И все это заливаю клубничным пюре с крахмалом. Сверху выкладываю оставшиеся 2/3 части теста. Выпекала я крамбл 30 минут в духовке при температуре 180 градусов. В 15 минут крамбл был под фольгой, и за 15 минут до окончания выпекания я сняла фольгу, включила верхний гриль и слегка подпекла верхнюю корочку. Крамбл готов и уже остыл. Чтобы красиво его подать, конечно, нужно включить фантазию. Самое простое – это украсить его свежей клубникой и листиками мяты. Чуть не забыла, добавьте к нему шарик пломбира. Это просто божественно вкусно. Итак, ставьте в холодильник бутылочку хорошего белого вина, пеките клубничный крамбл, пригласите друзей и хорошо проведите время. Я пока не прощаюсь, рецепты еще будут.